это мы очень давно готовились. Я думаю, что наш музыкант все долго почти выполнил. Мы постараемся ехать вот в Липецке, мы в ноябре поедем, и в Курске, где будет фестиваль Свиридова, исполнить эти номера, какие-то из этой и прекрасные. Еще раз помяну добрым словом нашу гордость Сергея Рахманинова. У нас очень филармония такая вот, семейная. Если бы мы друг другу не дружили, не помогали друг другу, наверное, не было этого коллектива. И этого, и вообще филармонического. И мы хотели бы разделить с вами радость двух событий. Они как бы знаковые. Литургия Рахманинова не имеет опосредованное значение. Но для всех нас это очень дорогие моменты и даты. Мы имеем традицию, поздравляя с днем рождения, желать многих лет по славянскому обычаю. Всем нашим хористам, всем, кого мы знаем, кто приходит сегодня на этот день. Мы не поздравили одного самого достойного, самого опытного, самого долго поющего человека в нашем коллективе. Это Олег Владимирович Коваленко. С днём рождения!